Друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Продолжаю всех агитировать играть за бойцов. В этом видео очередная пошаговая, я бы сказал, инструкция игры за Кусаку, Кусака через лес. Сейчас посмотрим и разберу, что делал. Бой длится 10 минут, взял МВП, ранг Лего, победа, переход, по-моему, с 4 на 3. Сейчас посмотрим, видео свежее, сегодня ночью делал. Вот так, сразу обратите внимание, как Валир делать не надо. Валир помогает, обратите внимание на цифры. Урон рядом, когда находится наш союзный герой, помогает, уменьшается. Это обратите внимание на цифры. Так, дальше. Убиваю сразу синего монстра, получаю, в смысле, синий баф беру. Далее бегу сразу на красный с помощью катапульты. Думаю, на это внимание все обратили. Все это уже знают. То есть я убиваю первого монстра, который дает баф, сразу получаю второй уровень, использую катапульту, бегу на второй баф и забираю его, использую катапульту для быстрого перемещения. Тут дальше, смотрите, бегу во вражеский лес, но играю через вражеский лес, так как у врага в начале на стадии пика видно было два стрелка и нет у них лесника. Соответственно, я принял решение зайти во вражеский лес на проверку, может быть стоит баф, да, баф стоит. Принимаю решение играть через фулл лес, то есть все бафы забираю. Обратил внимание по карте, что заигрался Валир, сразу же с ихнего синего бафа спускаюсь на низ, на мид, забираю Валира. Обратите внимание, что мгновенная смерть. Особенность Кусаки в том, что по соло целям он работает великолепно, это раз, и в начале игры урона у него предостаточно. Поэтому стараюсь при игре за Кусаку через лес делать именно начальную игру. Обратите внимание, сделал круг через лес, далее направляюсь наверх. В приоритете тонкие цели. Не надо пытаться убить танка, в приоритете тонкие цели. Так, здесь, конечно, хотел сыграть Валери, но она ушла. Ну и Ангела тоже годится. Не надо тут задерживаться, что-то пытаться устраивать какие-то засады. Время зря терять не надо ни в коем случае. Сразу направляюсь дальше в лес, забираю монетку и очередной ганг на мид. То есть ганги регулярные, чистка леса регулярная. Нет такого, что просто встал и стоишь в кустах где-нибудь в лесу, дефаешься. Или тупо фармишь лес, такого нет. Обратите внимание, да? Забрал свой баф синий, забрал свой баф красный, сходил, зашел на проверку во вражеский лес. Вражеский лес стоит, забрал их синий баф, да? Кто заморачивается, то, что говорю, немножко криво. Говор у меня такой своеобразный. Некоторые слова употребляю для некоторых людей неприемлемые. Делайте замечания, пожалуйста, в комментариях, но суть не в этом. Мне важно, чтобы хороших игроков, которые реально могут тащить катки, которых повышается процент побед после моих видео, было больше. Ладно, так, лирическое отступление. То есть постоянные ганги, в приоритете тонкие цели. Это обязательно. Черепаху стараюсь по КД проверять. Черепаха на мне. То есть если я лесник, урона у меня хватает. Вот здесь красивый момент, кстати, обратите внимание. Забрал танка и сделал небольшую такую засаду. Мия не знаю, что она тут рассчитывала. Может, они хотели меня здесь окружить. Видите, стягиваются враги. Вейл стянулся. Стянулась Ангела сверху. Лейла здесь же. Может быть, они знали, что я в кустах? Ну, само собой. И, может быть, хотели меня окружить, аккуратненько забрать. Ничего у них, конечно, здесь не вышло. Наши тоже здесь стянулись. И все так получилось очень хорошо даже. Забираю баф опять. То есть все так происходит быстро, когда особенно лесник один, то есть я в команде в нашей и во вражеской команде нет лесников, забираю все 4 бафы, пока пройду по кругу, все бафы соберу, между делом забегаю на линию, на одну, на вторую, вот видно было в начале, да, мид, то есть синий баф, красный баф, синий баф, мид минус вейл, красный баф, жучки, верхняя линия минус Ангела, опять мид минус вейл и так по кругу. То есть лес, лес, лес и ганги. Лес, ганги, ганги, лес.
не стоим без дела, постоянно двигаемся, постоянно в движении. Передвигаемся с помощью катапульты. Второй навык. И еще при передвижении катапультой, она уходит на КД, само собой. Перед тем, как выйти на линию, на саму линию, для атаки вражеского героя, надо подождать, чтобы катапульта перезарядилась. В ближайшем кусту, там буквально перезарядку вот секунд 7, в ближайшем кусту задефались, катапульта перезарядилась, все, выходим, катапульту прожимаем, прожимаем ракеты, хватаем врага потоньше, подкидываем его либо под нашу башню, либо откидываем в сторону. Ну, я откидываю в сторону, так как использую эмблемы убийцы со вторым перком. Кто скажет, это не актуальные эмблемы на Кусаку, не знаю, я бы поспорил. Можно использовать с третьим перком, но это на массовое убийство. А я играю в основном от одного убийства, как киллер. Внезапный ганг, выхожу из куста, выбираю тонкую цель, откидываю тонкую цель в сторону, подбегаю к ней, начинаю ее раздамаживать. Ну и, соответственно, у меня активируется второй навык убийцы, второй перк. Увеличенный урон на 6% по соло целям. Ну а так вообще за начало игры, выход с базы, как вариант, баф синий, баф красный, потом мишка, потом жуки. Должен быть 4 уровень, минута 25. Так, попробовать тренировочной комнаты, кому интересно. Ну или можно с красного бафа начинать. В зависимости, в какую сторону хотите первый ганг сделать. Рекомендую гангать в приоритете цели вражеский стрелок и вражеский маг-мидер. Ну либо конь-герой поддержки тоненький. То есть тонкие цели в приоритете на начало игры. Во-первых, их убить легче, да, это раз. Во-вторых, вы за них будете получать уже дополнительный фарм. Вот, обратите внимание, видите, 200 монет. То есть 200 монет это не копейки, да, какие-то. То есть фарм леса, выбежал на линию. Быстро, там вообще мгновенная смерть. Но обратите внимание, как кончается жизнь у вражеских героев. На начале игры Кусака просто отлично себя показывает. При игре по соло-целям именно. Тонкие цели в приоритете, да? Бафы стоят, бафы забираем. Во второй половине игры, в принципе, бафы можно отдавать уже союзникам. Прям по карте маячить им, типа, забирай. Та же самая Ханаби, пускай красный-синий заберет, ее эффективность повысится. Ну, что тут еще сказать? А, тут во второй половине игры уже моя сила падает потихонечку, да, во второй половине игры. И я уже начинаю играть. Во-первых, пушить не забываем. Вот сейчас момент. Верхняя линия стоит. Наши начинают драться. Там уже сами по себе пушить забывают. Когда у них там уже начинают чесаться руки, они начинают драться, забывают пушить. Пушить нужно обязательно. Та же самая уничтоженная башня одна дает дополнительный фарм на всю команду. Там по чуть-чуть, помаленечку, но все равно. Ну и если снести как можно больше вражеских башен, карта будет более открыта для нашей команды. Это очень хорошо. Ну и еще во второй половине игры начинаю уже играть от стрелка. То есть я в начале игры делаю ганги, делаю убийства тонких целей, нафармливаюсь, мешаю фармить врагам, постоянно их держу, стараюсь в страхе, чтобы они, самое главное, чтобы они не знали, откуда я выйду. Хороший ганг – это ганг, который неожиданный. То есть, видите, мидер, вот в начале игры видно, мидер вражески заигрался. Ну, как выяснилось, потом он ушел АФК. После того, как я его убил пару раз, он расстроился и ушел АФК. Делайте неожиданный выход, например, танк со стрелком играет, делайте неожиданный выход со стороны леса, стрелка откидываете в сторону, мгновенно убиваете и уходите. Ну, если есть возможность забрать танк, забираете, но в идеале вышел, убил, пошел дальше по своим делам, как будто так просто зашел на минуточку, чисто стрелка вырубить. Ну и мидера также. То есть Кусак это герой начальной игры, и основная цель трон, не забываем, в приоритете бить трон, а не драться. Собираюсь в жир, и во второй половине игры, еще раз повторяю, играть уже начинаю от стрелка. То есть я инициатор. Моя задача спровоцировать противника на конфликт, и стрелок от моей спины уже должен работать. Тут, ну, тут лесника не было, поэтому я играл через 4 бафа. Это тоже надо учитывать. Обычно лесник у врага есть. И все это происходит, обратите внимание, друзья, на легах. Лес
И ганги. Не надо чисто в лесу сидеть. Ганги обязательно. Тонкие цели в приоритете. Стрелок, маг, поддержка. От этого зависит наша победа. Делаю начало. В это время наш стрелок фармится. И во второй половине игры сборочка, в принципе, вот у меня стандартная. На ней играю через жир. Во второй половине игры начинаю играть уже от стрелка. Друзья, думаю, это все понятно. Так, тут дальше розыгрыш у нас. Должен был быть воскресенье, как я обещал, но тут немножко я в воскресенье ездил в деревню отдыхать по своим делам, там в баню, туда-сюда, ну, выходные, собственно. Поэтому делаю немножко с опозданий. Один из подписчиков получает 300 кристаллов от канала за активность, за подписку, за лайки, за общение в комментариях, в общем, за поддержку канала. Так, друзья, надеюсь, ролик был полезен, и хороших игроков появится с каждым днем все больше и больше.